С 1 апреля внесены изменения в закон о безопасности дорожного движения, в постановление о порядке выдачи водительских удостоверений и проведении экзаменов для их получения. Если ранее срок управления по иностранному водительскому удостоверению установлен не был, то сейчас это 1 год с момента получения вида на жительство либо гражданства России лицом, имеющим иностранный документ водителя. В течение года человек может управлять транспортным средством, затем удостоверение будет признано недействительным. Был изменен также порядок обмена иностранных водительских удостоверений. Появились и нововведения, касающиеся граждан, желающих получить дополнительную категорию или получить удостоверение впервые. И это еще не все изменения. Также изменились сроки сдачи повторных экзаменов. Если гражданин не смог сдать экзамен с первой попытки, то после третьей попытки минимальный срок между проводимыми экзаменами становится 6 месяцев. Раньше это было 30 дней. Теперь это от 6 до 9 месяцев максимальный срок. Добавлю, что обмену подлежат водительские удостоверения только тех государств, которые состоят с Россией в международных договорах в области обеспечения безопасности дорожного движения.